Алексей Геннадьевич. Сотрудники ФСБ. Понятно, я ж думал, как кто еще? Самые крутые. Большой человек в тюремных кругах. Сотрудники регионального ФСБ сообщили о задержании криминального авторитета, так называемого смотрящего по Иванову Алексея Маркова по кличке Крел. Следственным отделением Управления ФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ в отношении неоднократно судимого жителя города Иваново Маркова Алексея Геннадьевича. Указанный гражданин был задержан 15 октября сотрудниками управления. При личном досмотре у него было обнаружено наркотическое вещество кокаин массой более 6 граммов. Криминального авторитета доставили для проведения следственных действий в Управление ФСБ, а по месту его жительства провели обыски, в ходе которых изъяли денежные средства в размере более 2 миллионов рублей. По предварительным данным, они получены от осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях региона, а также авторитетных предпринимателей. В настоящее время Марков находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За хранение и перевозку наркотика ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей. И возвращение в места не столь отдаленные на срок до 10 лет. Надолго, будем сидеть. Наталья Гутайна, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.